What was especially weird and creepy was the way he dressed down the head of his foreign intelligence service, Нарышкин. Нарышкин was sweating. He was stammering. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. He seemed to go off the rails, angry and berating his intelligence chief.